Соединение здорового образа жизни и искусства. Начало положено. Республиканский конкурс среди художников, фотографов, скульпторов и дизайнеров Viva Cola Art. Итоги прошлого года и анонс нового формата. Демонстрация спортивных достижений через искусство. Что необычно, в этом году к проекту присоединились и другие виды спорта. Биатлон, гимнастика, гандбол, теннис и хоккей. Собрались коллективом единомышленников. И подумали, а почему бы не предложить нашим дружественным федерациям, ассоциациям, другим видам спорта, Национальному олимпийскому комитету нашей страны не присоединиться к нашему проекту в качестве партнеров. Организаторы остаются, как я уже говорю, это федерация наша белорусская велосипедного спорта, Белорусский союз художников и велосипедный клуб «Минск». 11 номинаций, специальные призы и возрождение традиции создания олимпийского портрета. Сегодня идем на первый, сегодня долучаются до нас новые конфедерации «Сябры». Это новый рух не только в мастерстве, но и в спорте. Я думаю, что вот эта наша супольная праца даст именовито новые выники, новые пошуки, находки и только рух наперед. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 23 сентября, а уже 28 октября откроется выставка. Пометьте это событие в календаре.